Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас прошел прямой эфир. В этом прямом эфире я рассказывал про компанию Tesla и почему, на мой взгляд, компания Tesla может упасть в ближайшее время, потому что она, собственно говоря, неадекватно выросла. И вот сегодня я открыл короткую позицию, то есть шортил эту бумагу. Данная опционная позиция будет удерживаться в течение 1-2 недель. Если за это время цена не упадет, то я ее закрою, скорее всего. Риск здесь достаточно существенный для моего депозита, около $500. И, соответственно, я планирую выйти, наверное, в районе $390. Это мой стоп. $390-$400. Цель данной позиции – это район $320-$300. Давайте посмотрим на график. На графике видно, что на большом выплеске цены у нас появились достаточно большие объемы. Кто-то, видимо, продал, кто-то купил. По всей видимости, здесь находились стопы по слабым продажам. И я думаю, что они как раз активировались. Бар, который определил максимум, имеет максимальный объем. И сейчас она находится ниже. Я заходил примерно на текущих значениях. И, соответственно, я жду, когда цена снизится и пойдет в район $300 за одну акцию. То есть закроет вот этот гэп, который образовался ранее. На текущий момент я могу, в принципе, себе позволить в спекулятивном портфеле рисковать. Сейчас текущий результат положительный. Он составляет примерно 24,8% от депозита в плюсе. Соответственно, я могу рисковать в пределах $300-$400 в данной сделке. Конечно же, это достаточно рискованно, потому что это составляет 3-4% от текущего депозита, но я работаю на большом риске, и пока этот риск приносит повышенную доходность. Ну а на сегодня это все, я заканчиваю свой короткий обзор этой позиции. С вами был Дмитрий Солодин, до встречи в следующем выпуске.